Сегодня у нас воскресный день. Вот мы ездили в Тюменцу, вот Игнат Тихонович решил заехать в Карповский. Так, видать? Да. Вот это Карповский мы. Дорога Тюменцево-Шарщина. Вот мы из Тюменцева едем, тут голубей мне дали. И сейчас на Шарщина едем. Вот сейчас повернем на Карповку. Здесь в 1939 году, 10 июня, в субботу, я родился. Мы там посмотрим. Найти так на людей, которые знают, где этот дом был. Все, пока. Пошли. Снимок сделал? Нет еще. Вот Николай Георгиевич еще. Все. Все, ну, слава Христу. Все, Игнатий Тихонович. Ну, на это дело поехали. Ну, надо посмотреть, где Чинарёв был. Нет, специально. Были в Тюменцево, так мне нужно подобрать. Вы же не сядя, не показали. А я даже не знаю, я же там постоянно бываю, у меня там 5 человек. Где? На кладбище. Нет, не на кладбище. Где дедов дом стоял, Чинарёва? О! После этого обратно привезем. Помоги, пожалуйста, а то мы сколько время крутим. Ну, как поживаешь? Как забудете? Да. А интернет у вас есть? Да. Смотришь? Я смотрю. Я тебе дам свою визитку, самый большой интернет у меня. Там 3 канала, там все только нет. Сейчас у тебя, да? Где машина? А вон она рядом. Как у тебя здоровье? Да помилуйте Боже. Тебе сколько лет сейчас? Да 84 только. 80 с чем? 4. А мне как раз 84. Это я знаю, 10-го я. Какого 10-го? Ты 10-го, а я 17 октября буду вот. А, это октября, а в я в этом месяце. 10 июня. Ну, я вижу по интернету. Ну, вот теперь по этой, я своему товарищу дашь кому. Это самый большой... Брат, надо место 4-е освободить. И там скайп, по скайпу только заходи, знаете, лапки, больше ничего не надо. И там можно беседовать каждый день. Может, какая-то нужда есть, помочь, что-то. Да нет, пока что. В духовном плане. Вот, стоит. Ой, так. Это не Архип отец-то был? Отец-то как был? Архип. Мать-то Татьяна была. Ну. Вот все сошлось. А что, забыл уже? В одном году задора берет, мы одинаковые. Он с вами проедет, а потом обратно. Здравствуйте. Найдите ему место, где сесть. Ну, показывайте, где. Давай. Хоть куда? Сзади или спереди? Сзади, сзади. Сзади лучше. Да. Так надо с этого места. Тут убирать надо, я же говорю, тут. Да а, чуть-чуть отодвинуть. У меня 38 тонн вышло открыть из печати. Опять опустилась. Вот мы приехали в поселок Карповский, Игнатий Тихонович. Я поставлю здесь. Так, вот мне сказали здесь, местного жителя взяли, мы жили рядом. Это Саврулина Татьяна была, а это Яков Архипович. У нас 1 год, 39-й. Вот дедушка, дедушка нас жил. Мы у него хотели были. Иди сюда. Иди. Здесь 10 июня, в субботу. В 1930 году я родился. Первый крик издал. Вот здесь, значит, был. Слава тебе, Боже наш. Улица Северная, 2-2. А 2-2 это что означает? Вторая квартира или что? Ну да, так, первая. А, он вот двухквартирный так. Дом. А где это конюшня-то стояла? Ну вот здесь вот. Вот здесь была, да? Да, вот тут. Тут я первый раз увидел голубей. Полюбил. Меня прям мать ваша тащит за руку, не может отнять. Увидел голубей, я прямо ну где-то у меня года 4 было, наверное, я остолбенел. У вас мать говорила маленько с гнусавинкой, да? Да не, я не замечал. Не знаю, но я так это помню.
О, Господи, благодарю Тебя, что дал мне жизнь здесь. Воздай милостями всем, кто заботился о нас. Здесь я 1,5 года учился, в 5 классе с полкласса и 7. А дальше 8, 9, 10 уже в Корчино. Оттуда в Барнаул, там строительный техникум закончил. Экзамены сдал в сельскохозяйственный институт. Ну и услышал, что надо помогать домашним-то. Я тогда в техникум. Ну и направили после этого в МВД работать прорабом. А оттуда же в армию, в морфлот. А потом работал на Балтике. И это было 27 сентября 1962 году в 17:00. Мне впервые дали Библию. И моя жизнь решительно изменилась. А работал на корабле. Мне Бог большие знания тогда давал. В летное училище, это морское училище высшее, это как университет. Добиваясь разрешения сдать 3 курса за год. По выбору немецкий, английский или французский. Все предметы сдать. А Господь мне другое указал. Ты будешь гонимый. Я умер за тебя, служить будешь мне. И вот 61 год я этим путем иду. Там найдешь все. Слава Иисусу Христу. Да будет благословено это место. Господи, прости мои согрешения, в чем я был неправ. И благослови Якова. И всех помогавших нам в пути. Аллилуйя, аминь. Аминь. Володя, сделай снимок своим прибором.